О том, какие спектакли готовят для керченских деток к Новому году, мы сегодня пообщаемся с режиссером Дворца культуры «Корабел» Элизарой Шинкаренко. Элизара, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробности. Вы знаете, среди керчан ни для кого не секрет, что Дворец культуры «Корабел» ежегодно делает какие-то замечательные новогодние театрализованные представления для детей. И из года в год мы стараемся подбирать максимально популярных сказочных и мультипликационных персонажей. В этом же году мы остановили наш выбор на относительно недавно вышедшем на экраны кинотеатров мультфильма. Это Angry Birds. Это безумно динамичный и красочный мультфильм. В принципе, по рейтингу мультфильмов из 10 баллов он достигает восьмерки. Поэтому мы считаем этих персонажей вполне выигрышными. Пошитые и разработанные эскизы костюмов очень яркие и красочные. Музыкальный ряд подобран по типажам всех персонажей, а, как известно, персонажи в этом мультфильме очень веселые и энергичные, поэтому скучать никому не придется, как маленькому зрителю, так и взрослому. На данный период времени полным ходом идет репетиционный процесс. И вы знаете, несмотря на то, что эту сказку я знаю наизусть, как минимум потому, что сама ее написала, на каждой репетиции мне удается от души посмеяться. Потому что актеры, подобранные на эти роли, излучают как раз то, к чему я стремлюсь получить от этой сказки. Это добро и безудержное веселье. Я надеюсь, что ни один зритель не останется равнодушным. Спасибо огромное, Элизара, что нашли время и пришли к нам. Напомним, что сегодня у нас в гостях была режиссер Дворца культуры «Корабел» в Керчи Элизара Шинкаренко. И о подробностях сегодняшних событий мы расскажем в вечерних выпусках. Коллега, передаю вам слово.